Это Лайф. Мы продолжаем рассказывать вам о самом интересном. Скандал в подмосковной полиции. За потасовку с оперативником угрозу. Жителю Луховец подбросили наркотики. Эту историю рассказал Лайфу водитель Юрий Поздняков. Он предоставил файл со своего регистратора, где, по его словам, записаны признания следователя Луховицкого УВД Виктора Канунникова. Работал, вот, как бы там мне хотелось этого, не хотелось, даже в глубине души, понимая, знаю, что на самом деле наркоту подкинули, я сейчас просто сделать ничего не смогу, просто ничего не смогу. Они меня будут дожимать и делать так, чтобы это дело сейчас направили в суд. Если не я, то кому-то другому. Да. Ну а сам следователь Виктор Канунников в разговоре с Лайфом свои прежние откровения не подтвердил. Но стало ясно, что на записи, скорее всего, был именно его голос. Я вам на такие вопросы отвечать не имею права, потому что кто-то где-то чего-то кого-то записывал. Вот, про это я ничего сказать не могу.